Добрый вечер. По-моему, в том году, была такая передача вот на эту тему. Смотри, смотри. Пипец, стой. Стихи знают какое-то веселье. Меня вообще бесит, когда люди лезут в мою личную жизнь, даже если это мои друзья. Ну, там сейчас с одноклассницами, у них... Блин, ой, как мы успели, только что... Это первый был Кикорина в этом году. Он даже не к Зенита, Анатолий Тимощук, в эфире.老奶奶讲，他应该是母丧的哈。那这个刚刚我们听的也很遗憾，但是我听了之后，我是比较不解的是说，我们在对照他万圣节在开派对那个欢乐的气氛，搭不他。那，快给，啊，这也很。 That's why I'm no less, no less.
Эх, дурак. Понимаете, такое карта система, это счет.